В Мечетлинском районе ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ Радия Хабирова опубликован на портале правовой информации. Очагом заболевания стало личное подсобное хозяйство в деревне Таишево. По данным регионального управления Россельхознадзора, в частном подворье кошка напала на человека. Через некоторое время животное погибло. Потерпевший обратился в районную ветеринарную станцию. По результатам анализа, взятых у кошки, был выявлен вирус бешенства. Ну, отсутствие вакцинации основная причина. У нас этот вирус уже есть, она всегда встречается. В прошлом году у нас 5 случаев было. В этом году уже вот в январе месяце 2 случай. У нас в Делинском районе было в одном хозяйстве. Там крупный рогатый скот. Просто тоже была не вакцинирована. В Таишево в течение 40 дней запрещено вывозить скот и продукцию животноводства. На данный момент в деревне проводится массовая вакцинация животных. Напомню, ранее в Башкортостане ввели режим чрезвычайной ситуации в 3 муниципалитетах. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней в частном подворье в селе Кармаскалы Стерлитамакского района. На сегодняшний день в 2 личных подсобных хозяйствах уничтожили порядка 70 свиней.